Дорогие друзья, всем привет! Вы смотрите передачу «Покашеварим». Не забывайте подписываться на канал, ставьте пальцы вверх и видео комментируйте. Сегодня вы увидите куриное блюдо, которое в домашних условиях у нас не очень принято готовить. Я вам покажу, как сделать куриные кебабчики вот на таких шпажках. Для приготовления этого блюда нам потребуется примерно килограммчик куриного филе, по одному пучку укропа и кинзы, две вот такие луковицы, соль и перец, ну и, конечно же, растительное масло, куда без него. Сначала с помощью блендера или мясорубки измельчаем куриное филе вместе с луком. Меленько нарезаем кинзу и укроп. Добавляем в фарш рубленую зелень. На килограмм фарша добавляем 1 чайную ложку соли, половину чайной ложки перца. Все перемешиваем. Формируем из фарша продолговатые котлетки и насаживаем на шпажки. И потом хорошенько все обминаем. Обжариваем в растительном масле на сковородке. Фарш из куриного филе готовится достаточно быстро, поэтому в зависимости от толщины вашего кебабчика, ну, жарить будем минут 7, ну, максимум 10. Вот и все, дорогие друзья, блюдо готово. С вами была передача «Покашеварим». Всем пока, до новых встреч!